В Москве состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Руководитель региона проинформировал министра об итогах реализации национального проекта «Экология» в Карачаево-Черкесии с периода с 21 по 24 годы. Так, в рамках нацпроекта в республике рекультивированы хвостохранилища Эльбрусского, свинцово-цинкового рудника и Урупского ГОКа, что помогло улучшить качество жизни и здоровья 42 тысяч человек и восстановить 61 гектар земель. Также благодаря нацпроекту регион обеспечен лесопожарной техникой практически на 100%. Глава региона рассказал о досрочном завершении работ по капремонту берегоукрепительных сооружений на реках Эшкакон, Малый Зеленчук и Тиберда.